чтобы там было поворотом. Ну, пойдемте. Это про меня. Демон, видишь, лидирующий пацан. У него дел просто много. Ну, они вообще хорошо идут на поводке, я смотрю. Они родились. Да. Хорошо реагируют на людей, на машины, никто не трусит. Спокойно идут. Хвостиком ать. Вот даже они спокойно вдвоем на полоске. Можно гулять. Можно сразу двоих забирать в одну семью спокойно. Видно, как собаки разные по темпераменту, по характеру. Егор более сдержанный такой, но демон любопытный парнишка. Чем ты их хочешь? Демоном от куста до куста, блин, от угла до угла.